На конверсии приглашаются спортсменки из в красном трико представительница Белоруссии, в синем трико представительница Индии. Уже 30 секунд. Без оценки Байкала действий. Напомню, что это 1/4 финала, если вы хотите работать 35 килограммов. Красный трико Алиса Сатманова. Синий трико представительница Индии. Сита-сита. И уже минута прошла, пока без оценки. В этой весовой категории нашу страну представляет Анастасия Андрюшкина. Лабала. Казалось бы, через себя спортсменка синим трико, но закрывает ее. Только за Белоруссии. Олеся. На время все. После первого периода счет 4-0. Впереди Олеся Пятманова. И вот продолжает атаку. Еще 2 балла зарабатывает Олеся Кифманова, спортсменка в красном трико. И увеличивает счет. Необходимо еще набрать 4 балла, чтобы досрочно завершить. На конверсии приглашаются спортсменки весовой категории до 50 килограмм. 1/4 финала. Булгария, Ширинка, Азербайджан, Севрамская, Индия. Вес-л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 ес
Сита. Сейчас попытаться сбить на 4 балла, что она и делает. 4 балла. Спортсменка в классном трико. Но сейчас опасно положение, сюда не будет останавливать. Все. Теперь туше. Побеждает спортсменка из Беларуси Олеся Витманова и проходит в 1-2.